Не забудь написать ВКонтакте. Уже делаю, Кас. Без этого никуда. Да. Animal Crossing New Leaf Twitch TV. Деньги. А, я сам себя слышу в дашборде. Фак. Быстрее замысь. Не знаю, зачем он делает, что по дефолту дашборд сам себя размучивает вечно. Потому что... Я так понимаю, дай они меч. Одинаковые настройки там устраивают. Let's go. Twitter.com. Какие звуки? Стрим запустился, и там звук. Стрим запустился, да, неожиданно. Погнали. Так, а где? Блин, провода есть еще? Как бы наступить на нее. Так, на чем мы закончили? Я с прошлого раза не играл еще. Тогда мы нашли бабки на мост. И мост кикстартнули. Сейчас надо смотреть. Сейчас вы должны достроить. Я надеюсь, там город не протух еще же там. Так. Корова в майке. Let's go. Press A. Это я могу. Continue. Hello there, Mayor Pingy. In Bear Town, it's Monday. Shall we get started? Wonderful. Have a nice day. Так, ну, погнали. О, сразу почта. Ну-ка, давай. Кто прислал мне? Слушай, это утка, наверное. Я ж ей Лондон угадал. Или что я там угадал? А, Германию с сосисками. Читаем. Письмо от Гулливера. Да, это утка. How have you been? I safely made it to Germany. My gift to you from here is a very useful item. A nutcracker. Рихоколку прислала утка. This you can chow down on walnuts all you want. Спасибо, спасибо. Так. Давай достанем, где это? Как X. Презент. А ну давай сюда. Пойдем домой, посмотрим, как это выглядит. Так это типа косметика? Нет, полезен? Мебель. Окей. Наверное. Рихокол мебель. Ну-ка давай. Дисплей. Ого, слышит, солдат-шелкунчик. Угу. Как его вращать? Вращай, барабан. Ничего себе, слушай, у меня прям историческая выставка так скоро будет, если я пьяным уткам буду помогать. Давай тогда скорпиона заберем, а солдатик еще поставим. Стойкий военный солдатик. Где есть? Ты думаешь, у тебя будут еще пьяные утки? Конечно, бывает. Вторая пьяная утка-то была. Все, у меня теперь выставка. Так, надо забрать всякие лопаты. Я лопат прятал. Так, здесь садный топор. Подожди, а где остальная фигня? Какие-то ракушки лежат. Подожди, надо все это забрать, надо продать. Подожди, а где инструменты-то мои? Вот. Не заплатил налог. Слушай, а я на острове их, что ли, оставил? Нет, такое не должно было быть. Короче, у меня есть удочка, у меня есть лопата, а сачка нет. Вот. Ограбили. Ладно, пойдем ракушки продавать. Пойдем сначала на мост посмотрим, построился мост, нет? Ну что там у тебя неделя прошла?
А здесь в игре один день проходит, если ты не играешь, если не открываешь игру. Чтобы типа не, чтобы не было фрустрации. О, грушу поспели, слышь, надо Слима позвать, чтобы грушу собрал. О, новый мост, гайс. Можно делать новый публичный проект теперь и будет классно. А клуб Лол, погоди, у тебя клуб Лол еще был. А, клуб Лол еще, да, сейчас тоже туда сходим. Блин, слушай, сколько много... Ё-моё, цветы засохли, гайс. Да, говорю, у тебя там сорняки. Сорняки, да. Слушай, надо было поливать в прошлый раз. Ты мне говорил, что я угораю по цветам, а... А я перестал сразу поливать, мне стало стыдно, и теперь у меня все засохло. Несмотря на то, что прошли одни сутки всего лишь. Засохло, бойся. Подожди, где лопата? Гейф лопата. Бам, take this, fucking rock. Надо город приводить в порядок, иначе меня пуздили накажут за такие дела. И что в чате тишина? Не знаю. Good. Так, this year Harvest Festival is on Thursday, November 27th. То есть 27 числа, то есть в этот четверг будет праздник, ивент, и будем готовить. А, надо грибы собирать для этого. Я понял. Так, это удаляем. Erase. Александр, 92. Bear Town has finally completed the much anticipated new Cobblestone Bridge. Отлично, господа, отлично. Ваш кикстартер был огромным успехом, я вложил 127 128. Тебя модератор буянит, отвечу. Модератор, да. Сейчас без сабля останется. Так, сорняки выдергиваем. Слушай, блин, здесь реально все засохло. Нельзя так оставлять все без пересмотра, иначе фейл. Вот, и теперь надо новый публичный проект начать. Я думаю, там есть какие-нибудь еще прикольные темы, помимо моста. О, что такое? А мне... Слушай, мне сачок надо найти, короче. Мне кажется, чувак в лодке, это капитан его зажал. Капитан... Этот... Капитан Кермит. Покажи клуб, да, ты в клубе. Подожди, сейчас всему свое время. Пока что мы камень бьем, деньги убиваем. Это за свое... Здесь прям денег миллион. Слушай, а здесь может есть что? Здесь ничего нет. Зачем тебе деньги? Как зачем? Ипотеку уплачивать, Каз? И вопросы задаешь каждый раз. Ну так нельзя, деньги. Так. Еще сорняк. Бабушка, на лопат. А, фак, я яму выкупал. Слушай, а... Не, мне кажется, нельзя их собирать рогатки. Там, короче, говорят, можно построить магазин, где будут продаваться апгрейды удочек, чтобы я акул мог ловить. Мне кажется, это хорошая тема. Потому что тогда я ловил акул, у меня какой-то супер-ультра-бадхёрд был. И позволять этого я больше не собираюсь, что... Если в следующий раз я поеду на остров, надо, чтобы все было как надо. Чинно, понял? О, слышь, гриб. А это не гриб? Я думал, что это был гриб, а это на самом деле стул. Кто бы мог подумать. Вот это поворот. Вот это поворот. Сядь на гриб. Мне три гриба надо на ивент. Слушай, а есть копать можно, давай копнем. А что там ивент? В четверг будет ивент, будем, будем готовить всякое. Так. Куда это на 3DS? Копнул бамбука. Слушай, а он как-то рандомно он растет, то есть не яблоки вырастают, а куски бамбука просто. Блин, а надо было оставить, чтобы Слим потом это копнул его. Я один оставлю, вот он один остался здесь. Это я Слим забыл гостя позвать, чтобы он собрал всякое. Тут что за так? Не знаю, как-то мы про это. Важно такой ивент был, а он не пошел. Сухие цветы насмерть умерли или? Чего? Можно оживить. Сухие цветы сдохли на совсем? Не, их поливаешь, ну, типа, если один день их не полил, то норм. То есть, потом взял и полил нормально. Подожди, я обратно закопал. What the fuck? У меня места нет. Вот, а если сухие не поливаешь один день, то они дохнут. Понятно. Это важный, кажется, момент. Карман, баблишка. Что-то мне 2000 всего, слушай, я мост построил, а денег нет. Тогда работай давай. Сейчас надо. Там же столько способов. Да, способов просто миллион.
Надо только сачок найти, чтобы все эти способы реализовать. Так, это бамбуковая фигня. Там ракушки. Ракушки нам не нужны. Пойдем продавать, отстой всякий. Слушай, вообще все созрело, яблоки и персики. Надо персики нового посадить. Пойдем к... О, слушай, может мне купили, я ж там выставлял мебель. Там коты покупали у меня телевизор за 10 тысяч. Давай, что-то пошел там. Да, сначала дела... О, здесь кот ходит и покупает сек. Hello there, welcome. Кот, короче, смотри, вот я продаю здесь луноход. О, смотри, сейчас его затолкают, да, вот, короче, пианино, давай пианино. Короче, смотри, какой пианино. Price might be good, or some they might be way too high. Sometimes it's hard to tell. Ты что, покупать не будешь ничего, кот? Смотри, пианино. Hard to tell, пианино. Let's find some steals. Давай, пианино. Короче, он тупой, не хочет пианино. Он рассказывает мне истории про вещи, про магазины. Короче, нет. Так, привет, я хочу продать ракушки. Скорпион лампу и маштул. Так. Касс, 6 тысяч. Хорошо. 6 тысяч за ракушки. Изи катка прям. Все, почти готово на следующий мост. Слушай, надо продать коту эту фигню. А он что-то тупит ходит. Ладно, я в следующий раз приду, надо, чтобы он нормально сидел. Да, акул на удочку можно ловить, это нормально. То есть никто против ничего не скажет. Пойдем, короче, быть мэром, пойдем строить публичные всякие дома. Это проект, короче. Так. Заходим в мэрию. Она спит. Ты чё слахаешь, баба? Я ж тебе зарплату понижу. Офигеть. А, спалилась? Мэр Пинги. It's not what it looks like. Okay, that's exactly what it looks like. But I was dreaming about work, I promise. Че, такие работники там не смотрят? Да, короче, доги слакают. I had a visitor earlier who suggested the new public works project. She wants us to put a dream suit on the main street where you can take naps with your dreams. Круто, спальный салон. Чтобы приходишь и спишь за деньги. Так, she needs support from the town before it can open, so this is where you'd be a big help. Так. Так, подожди. Расскажи нам про статус нашего города, как там у нас дела. Мне кажется, у нас цветы засохли, поэтому проблемы. You want to know how satisfied the citizens of Bertana? Sure thing. I think it's riding the so-so rails. So average. Такой-то стандартный. Average town. Bear town is underdeveloped. They want more public project. Так, короче. Get over here, bitch. Oh, yes. Потому что город у тебя недоделанный. Мэр! Townsfolk would like to hold a ceremony to celebrate completing a cobblestone bridge project. Considering you're the one who made all this possible, we want you to attend. What do you say? Слышь, праздник. О, можно устроить прям. I'd be happy to. Че, пати будет по поводу моста? Соберемся вокруг моста и давай. О, она уже все приготовила. Делать пати. О, слышь, меня прям телепортировали в мост, и я сейчас буду пати. Оу, yeah! Hello, everyone! Welcome to the grand completion ceremony for Beartown Vital Cobblestone Bridge Project. Thank you for joining us this momentous occasion. I'm Isabel, and I'll be your host today. Слушай, они прям как это, как на стриме действительно, киберспорт хост. Oh, yeah. Я понял, кто такой Изабель, наконец. Да, это пузлет. Спасибо, нет, спасибо. Нет, просто твиттер. Что, Изабель прям пузлет в твиттер? Да, она сидит в твиттер, пишет, а потом спит на своем рабочем месте. Все
так. Let's jump right in. Так. Короткая речь от мэра, блин, вот вечный окрус, что приходишь на пати, а тебя заставляют речь на публику читать. Так, надо выбирать. We did it, cry for everyone, on to the next project. We did it, boys. Yeah, мне похлопали. Well said, мэр. Да, я старался. You have quite a way with words. Окей, moving on. Everybody, please locate the item we passed out and get ready. Так, воу-воу-воу. О, салют сейчас будет, слышишь? Ready, set, pop! Yeah, guys, мост! Так, на этом наша церемония заканчивается. Всем спасибо за ваш тяжелый труд и за то, что выкрали минутку и пришли попраздновать. Все. Тост не стал читать, никто не стал бухать особо, просто это... О, слышишь, мне корова сразу кость дает. Точнее, свинья. Привет, Пинги. Ты знаешь, как я обычно зову тебя Пинги? Хотел бы ты получить новый никнейм. Like what? How about P-Bot? What? What the fuck? No way. Как это? Как тебя называть? Я стик из Пинги, Дэн. Так, корова, ты че? Looking really you today, bro. What's up? Вон на чат. О, oh, have so much to do. О, у меня желтый медведь. Слушай, а белка, в смысле, наверное, уже обустроилась, надо к ней в гости сходить. Эй, what's up, Пинги? Вон на чат. I got a job. О, oh, квест. You better time capsule от медведя. От желтого медведя послание своим... Как это называется, сказ? Наследником? Почему ты не принял новое имя Пибота? Не хочу. Меня в покемонах звали Биг Пи. Так что все очень сложно. See, I heard it's good luck to get someone else to bury it here. Биг Пи — это солидно. Ну, я понимаю, что да, это определенный вес в сообществе. Leave it to me. Слышь, короче, я послание этим будущим медведям пошел закапывать. Куда закопать-то, на пляж? Ничего себе. Слушай, вот это не тема. Вот это там классно придумано. Так, Конь, ты че с удочкой? Эй, Пинги. Impressed to see you surviving. Ничего себе. О, надо рекомендовать ему мебель. А, надо принести ему мебель, и он тогда скажет, насколько она классная. Это мотенчик мебель? У меня конь здесь вообще. Он этот, он тот самый конь, который гитару приносит постоянно в магазин. Он какой-то хардрокер. И вот он говорит, что у него депрессия и время продавать гитару. Слышь, давай капсулу закапывать. Где она? А, она ей письмом прислала мне. Надо сходить к ящику забрать. О, гриб. Надо, короче, до четверга собрать по три гриба разного вида, и тогда будет нормально. Тогда можно будет прям супер-ультра сготовить. Лимон выросли. Можно надербанить лимонов, но я с лима оставляю их. А потом придет такой, о, ничего себе. Так, грибы. Сейчас пойдем в музей, слышь? Я накопаю только сейчас, надо найти эти. Да какой музей? Ты... Ну это и есть даунтаун, что там сразу все. Да, там, да, этот клуб, да, ну, да. А клуб, я так понимаю, он ночной, то есть сейчас, что? Ночной. Ну, кас клуб. Там же лол, нельзя в лол поначалу. Так не, он называется лол, что типа прикрытие, а на самом деле там наркотики и разврат. Как обычно, короче. Слушай, я насажал из деревьев, и прям классно теперь. Классно, бойс. О, слушай, а те цветы, которые я рассадил паттерном, чтобы они не размножались, они все равно размножились каким-то образом. Сейчас
Что, там какой-то паттерн секретный? У меня есть тюльпан с положенной. Я прям вырву один тюльпан и продам сейчас. А то они прям размножаются и покоя нет. Спокой. Так и вот, я дернул уже. Все хорошо. Дернул. Да, в любой непонятной ситуации дергай. Все, вроде почти все цветы полил. Во всем городе прям. Да, так а здесь недолго же. Так, лопата. Опа. Посел. Я думаю, они скоро будут двойные, на них зарабатывать вообще прям классно будет. Они стоят там тысяч по 10 каждый. Чего двойные? Ну, в том плане, типа, я в музее их ношу, а если такое уже есть в музее, мне продать можно. А. Так, эта белка здесь же. Пойдем посмотрим, как у нее дом выглядит. О, I'm not home right now. Она где-то шляется. Пойдем искать. А, вот она. Ты чё не дом-то, эй? Слышь, она с очком. Может, это мой сачок? Привет, Пинги. А вон чат. How does my outfit look? Я даже не вижу. Жоржус. Мне кажется, я не угадал. Она занервничала. Ты чё, белка? А, в полосатой майке и радостной. Дай борт. Она мне сказала, что я знаменитость. Городская. Так, ладно, вроде фостелы кончились. Пойдем отнесем их в музей, посмотрим, что там с клубом лол. Hello. Тебя белка спросила, как она выглядит. Я неправильно сказал, она расстроилась. О, здесь еще один конь. Хуэ-хуэ-хуэ, говорит. What a coincidence. Эво на чат. Да, я здесь новый супермаркет же построил. Так, ну и чё, где клуб? Я обещали, что здесь будет. В подвале. Блин, я подвал палил из лейки. Пойду в музей тогда. Какие развлечения? Слушай, а чё не открыли? Он сказал, в ближайшие дни, то есть, значит, ну, не сегодня, а, допустим, завтра откроется. Ну и ладно, как бы. А что-то не заходил, как хотя бы, ну. Так там цепи перекрыты. Нет, чтобы типа не шли. Не знаю, я хотел, чтобы это... Чтобы на YouTube потом выкладываешь, и прям таймлайн был. Понимаешь, Кас? Я думаю, важно публике очень сильно. Поддерживать. Чтобы не зарубить. Да? Да-да-да. Нет сюжета. Так, смотри, сова принес фосилы. Правда, да, все. Let's take a closer look. Ничего себе, оба не найден. Ну вот, я не заработаю на древности. Просит сдонайс. Ладно, давай сдонайсим. Так, а я, слушай, я ж публичный проект не назначил. Она отправила меня, эта баба, это, на праздник моста, а я не вернулся обратно. Праздник моста. Ну, мы праздновали же. Сериал есть такой про мост. Называется как мост. Ничего, там прям это, там показывают праздник. Мост, и все нормально? Блин, я читаю опять нужно. Ну, вот шведский, поэтому я не знаю, какой-то. Могут быть нюансы. Все, сдонайся. Пойдем в магазин, там новые шапки, наверное. Слушай, а, блин, а с клубом они, конечно, подставили. Слушай, а может здесь еще за мусор какой-нибудь секретный притон открыть? Блин, я мусорку полил за лейки. Надо лейку убрать. Так, супермаркет. Когда скелет соберешь, они будут, и про них можно будет в музее читать, что они делают. О! Добро пожаловать! Ну-ка, что есть нового? О, слышь, банджо! Биво, лейт. Это... Нет, что-то такое не хочу. Это же гигантский супер шкаф. Мне, в принципе... Слушай, надо брать шкаф. Давай.
А то у меня черный, и он какой-то слишком хардкорный. Так, здесь всякие обои. Слушай, а может обои крутые? Короче, здесь продаются лопаты и удочка, при том, что лопат, что удочка у меня есть, а... Ого, лимит тайм офер. Давай, я заберу. Купил какие-то обои, купил за 3000. Давай посмотрим, как это выглядит. Ого, каменный пол. Мне кажется, дом-то каменный пол, как сложно. Так, а че? А, это оберточная бумага? Не-не-не, спасибо. Пока, енот. Погоди, а что за магазин? Ну, магазин, где вещи продают, Каз. Зачем это? Ты не проснулся, что ли? Где клуб? Давай. Такую ерунду спрашивай. Каз, не тупи. Уже посмотрели, что клуба нет. А. Я фейсдал. Так. Добро пожаловать. О, он топор продает. Куплю дерево. Я бегать собрался опять. Удобно. 60 белс. О, слышь, дешевое дерево забираем. Что за дерево? Не знаю, купил дерево, ленивец. Come again. Ну и пойдем шапки смотреть. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ежом. И с этим ежом надо продолжать говорить каждый день. Привет, Пинги. Мы с ней дружим. О, слушай, у меня секретный поклонник ежик со швейной машинкой. Поклонница может. Рубашку с сердечком можно купить. Да, да, здесь прям это. О, слушай, лягушка ходит закупает всяк. Так, ну здесь почему-то у них каждый день очень дерьмовые рубашки продаются, это мне кажется. Отстой. Не топор есть у меня, кстати. О, слушай, можно шапку арбуз купить и Тайдхантер косплеить. Ну что здесь еще? Повязка на глаз. Огурцы на лицо, огуречный маск. Не, надо арбуз на голову. О, слышь, можно зимнюю шапку, либо арбуз. Подожди, надо арбуз померить. О, литер арбуз, арбуз прям. Арбуз, ну, голова, литер. I'd like to try it on. Что там, погоди, нет. We beat all guys. Oh yeah. Так, а здесь что? Кибершейс, киберачки, короче, гайз. Не, мне кажется, Ози Осборн это круче, а то киберарбуз, мне кажется, это перебор. Не, да, если не, нормально, да, арбуз. Рекомендую. Погоди, я зимнюю шапку еще хочу померить. Блю-пум-пум хат. Зима ж скоро. Все, забираем. Я увидел арбуз. Арбуз все вообще. Нормально тем. Надо, слышь, надо топор забрать, сходить. Зимнюю взял, да. Можно без топора пока просто с лопатой бегать, что-нибудь такое. Опа. Воу. Не смог. О, кстати, елку сейчас посадил. Я ж елку купил зачем-то, я не знаю зачем. Так, и что? Где здесь камень? Здесь какой-то из камней должен быть с этой. С золотишком, короче. Это? Не. Где еще камни были, кто-нибудь помнит? Где-то здесь, по-моему, был. И надо елку посадить, сейчас будем выбирать, куда сажать елку. Я еще цветок не полит. Елку надо сажать посреди города, чтобы Новый год потом. А у меня, Кас, у меня есть это дерево города.
Я там сажал на площади. Там прям игра начинается с того, что сажаешь дерево. О, нашел, гайз. Нашел рубин какой-то. Или что-то типа того. Руби. Ой, можно теперь в мэрию пойти и начинать проекты новые. Все, гайз, пойдем девелоп. Надо топор забрать только сначала. А, не то копнул. Так. О, сабскрайб! Блин, а почему так играет стрём? Эй, what the fuck? Подожди, а на стрим вообще показывал сейчас что-нибудь? Кажется, я все сломал в этом плане. Пока. Блин, ничего не показывалось. Я зафейлил, я в самый низ ее брал. И, по-моему, оно играло сразу в трех. Подожди, сейчас я удалю во всех остальных вкладках. Мне кажется, оно играло сразу везде вообще, во всех этих сценах. Так. Сейчас будем тестировать. Подождите, момент, друзья. Twitch. Момент. Twitch Alerts. Спасибо за сабскрайб. У нас там сколько штук? 15 до сих пор осталось, чтобы было это. Я уже воспользовался эмоцией. Pinky Face, no space. Так, тестируем. Нажимаем кнопочки. Сейчас буду смотреть на стриме. Так оно и музыку как-то неправильно играло. Это новый эксплит? Во. Проверка. Все, теперь будет нормально работать, а то, что сейчас плохо работало, это мой факап. Перезапишись обратно. Не-не-не, все нормально. Там в чате все равно покажут. Оп. Да. Сейчас донейшн. Все, работает. Да. Ладно, пойдем дальше. Закапываем яму. То есть нельзя ее сразу в нескольких местах ставить, что-то типа такого. Так, за топором. О, здесь сорняк, what the fuck. О, у меня вишни выросли, я прям перед домом вишню посадил, у меня теперь вишневый сад. Еще один гриб. Все, вроде все цветы вообще полил везде. Так, пойдем домой. О, слушай, а мне снова едет ящик. Подожди, ну-ка. А ну давай сюда. Опа. Меняем. Ты уже думал над новым проектом? Кас, я думаю об этом сейчас все это время, поэтому я не иду туда. Надо продуматься. Опа, теперь будет такой комод. Мне кажется, так лучше. Учитывая, что у меня стол похожий. Так, короче, забираем топор. Приятно. А, не смог. Какие-то. Тихо. Да, грибы прячем. Надо спрятать все грибы, чтобы... случайно не съесть. Ты же знаешь, как бывает. Ну да, лежит, взял, съел. О, слышу, а у меня новые обои есть. Так, клозет прячем. Вид. Мебель. Его можно выставить на продажу, но что-то коты у меня вообще ничего не покупают, похоже. Как-то они не хотят. Так, а одежда? К одежде зимнюю шапку потом будем носить. А, не смог. Блин, надо силосом таскать, сейчас я достану силос. Будет удобнее. Оп. В разы быстрее. Пальцем не смог, что ли? Пальцем сложно, да. Под фингер. Так, ну-ка. Hang on wall. О, что-то плохие обои. Мне обычно тут больше нравится. Ладно, продадим сейчас, пойдем. Время продаваться. И ходить с топором. Oh yeah. Опа. Можно рубить деревья, я правда не знаю, какой в этом профит. О, можно коня рубить. Я с ним вместо этого поговорил. О, мне задание дал. О, фюрнчер, слышь, фюрнчер.
Надо отдать ему этот старый шкаф мой. А это его же шкаф, который я у него купил, слушай, схемы. И он мне за это сейчас чем-нибудь даст еще. Понимаешь, какая у нас сказ, афера? Мне очень не хотелось. Что конь выставляет шкаф на продажу, я его покупаю, а потом продаю ему обратно. Короче, такое. Ты забузил, что ли? Забузил, да, коня. Так, где? Надо прямо именно тот шкаф найти, который вот этот, по-моему. Да, слик лозит. Забужено будет. Так. Осталось только найти его, надеюсь, он не свалил никуда. Конь. Конь, I'm looking for... О! Да, принес, смотри, как тебе шкаф? Так, вот он, шкаф. Confirm. О, говорит, ничего себе шкаф. И радостный вроде. О, и подарок мне за это дает. Спасибо, спасибо, конь. Я тебе твой шкаф вернул, а ты мне... О, все, забузил. Зеленую лампу дал. Thanks for help. No problem at all. Блин, там такая жирная рыба проплывала. Она, по-моему, куда свалила. Ничего себе, он прям стоит и рыбу ловит. Ты не лови мою рыбу, слышь? Конь. Опа. Ну-ка нафиг. Опа. Все. Та-да. Black Bass. Все, пойдем быть мэром. Сам... Слушай, надо топор взять, чтобы это подходящий был имидж. Так. О, больше не спит, здорово. Таунтюн. Давайте менять. Композировать будем. Я нашел, короче, сайт. Сейчас будем... Так, а как? Чего ты там нашел тактику, как надо финшуй? Силосом. Ты что-то там это... Блин, аж хрустит все вот это. Если, короче, можно ноты менять. Вот. Ты музыкант? Короче, что не, я что-то не хочу пока. Это слишком хардкорно. Блин, у меня как звук сломался, по-моему. Надо обратно табнуться. Вот так. Так, давай новый проект публичный. Иди сюда. Какие там у тебя на выбор? Там есть выбор? Start new project. Here are the current requests. Короче, Dream Suit, новый мост. Точнее, даже... О, можно смотреть прям. Dream Suit, непонятно что. Короче, можно строить скамейку. Можно строить колодец за 148 тысяч. You gotta be fucking kidding me. Короче, колодец дороже моста. Ну так оно как бы... Фонтан, часы. Сложнее для постройки. Кэмпсайт. Я нафига кэмпсайт. Фэнс. У тебя вопросы за счет. Фигня, чтоб стоять мне лицом. Да на тентер сайн. Короче, давай Dream Suit строить, потому что он загадочный и там можно спать. 234 тысячи баксов, you gotta be kidding me. У меня ипотека-то меньше стоит, баба. Ладно, let's do it. Ты создаешься? Какие-то вопросы. Ну, такое. Ладно, пусть они донатят там кикстартером каждый день. Лепс арбуз. Это не очень проект, по-моему, выбрал. Кас, ну это сам крутой. Там скамейки, блин, не колодец же строить за 100 тысяч. И колодец он нужен для... Для чего? Города. Колодец он, это просто так, по-моему. А, Dream Suit, это там приходишь, за деньги спишь. Ты что, лучше колодец или спать за деньги, Кас? Я считаю, нужна чистая вода из колодца. Чистая вода и так целая речка, а здесь прям это... Продажная. Снег. У тебя в реке токсичная рыба плавает, не надо тут. У меня Black Bass. Саровка. Calm down. Короче, есть у меня подозрение, что сачок здесь вот, на пляже. Там корзина была, которую, когда с острова приезжаешь, забираешь всякий отстой.
Говорят, ты Лепс. Это правда? Кас, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление. Не, нет, нет, Сачка. Короче, Сачок пропал. И чем ловить сейчас? Мужик, где мой Сачок? Не, я не хочу на остров. Слушай, а может пьяная утка опять здесь валяется? Пойдем поищем. Кокосы с бананами поспели. Не, пьяных уток вроде пока не наблюдается. Можно пособирать кого. Опа. Сейчас пойдем продадимся. Так. Тихо, тихо. Опа. Все, не лезет. Все, пойдем продавать. Ты продал этот сачок, причем давно, ничего себе. Серьезно продал? А зачем я? Тебя пчелы попросали. Я пьяный, что ли, был? Как можно сачок продать? Он же самый нужный вообще тул. Вот это отстой. Пойдем в магазин. Купи новый. А, я тогда, я купил сачок и я продал, я понял. Я тогда покупал тузы, чтобы обновился магазин. Вот, и похоже перепродал. Немножко лишнего. Так, вот это фейл. Либо просто мисклик. Так, продаем, подожди. Так, а что есть? Зеленая лампа? Надо посмотреть, будет что-то такое. О, я елку еще не посадил. Четыре тысячи. Ну все, это... Нормально. Так, лягушка, давай покупай. Маш, стул. Покупай. Buy my stuff. Excuse me, I'd like to buy this. О, слышь, я прям... Фу, продал лягушке стул. О, easy money. Прям, слушай, три штуки из ниоткуда. Класс, бизнес идет, гайс. Да, что-то так постепенно накопим мы, конечно, 240 тысяч. Учитывая, что ипотеки еще там на 100 тысяч, и... Помимо нее надо будет брать еще... О, белка опять. Ты что, белка? Может, там квест даст? А, мне же давали квест этой, с тайм-капсулой, let's chat. Ого, слышь, мне белка прям слухи распускает, что там какая-то корова встречается с кем-то еще. Ничего себе. Как ты отреагируешь на это? Грязные сплетни. Я еще, я чуть не разбились, коровой. Чуть не отрубил себе почтовый ящик. А, во, мне дали тайм-капсулу, вот она. В тайме. Тра-та-та. Блин, я прочитал ее послание своей будущей белке, или кому там. Кто мне давал, корова или медведь? Медведь мне давал. Кроме Younger Self. Закрыть. Блин, а как ее забрать? Надо было просто забрать. Блин, а я прочитал, и слушай, это мне теперь не зачитает квест. Как ее закопать-то, ё-моё? А, надо, наверное, копнуть. Подожди, короче. Где лопат? Сначала надо елку посадить, раз такое дело. Бам, все. Let there be елка. Бам, все, расти елка большая. Вот, а сюда закопаем послание от медведя под камнем. Его из почты можно закопать, интересно? Я, а чё, нельзя? What the fuck? Блин, я, короче, слышу, раздербанил мою посылку целиком. Зачем? Я, короче, я надул медведя и... А, вот, закопать можно рубашку. What the fuck? Подожди, она нормально может? Ничего себе. Хардкорная какая-то. Не, мне такая не очень нравится. У меня моя солдатская. Слушай, а как обратно можно засунуть? Я заруинил, короче, квест. Блин. Слушай, а если ей сказать, что все сделал? Короче, блин, тупая белка. Короче, медведь. Заруинил, все. Фак. So much stress.
Так, где я тебе рискать? Как ее зовут-то вообще, блин? Если я просто сделаю вид, что я ничего... Вот, это она? Эй, ты. Так, мне поблагодарили, что я вел режим, скажем так, позднюю. О, вот медведь. Слышь, медведь, я, короче, зафейлил. Ты там так, такие дела. Акшли. И ну вот. О, она расстроилась. Well, fine. Just give it back, okay? Забирай. Забирай и отвяжись от меня, тупой медведь. There's nothing inside. О, мой гад, она спалила, что я футболку стырил. God damn it, каскас, что сделать-то? Так ты как это, я? Pinky dude, what's gotten into you? Fuck, I'm a criminal now. Почта России, все, понятно. I won't make you say it, but if you're in some kind of trouble, you can talk to me, okay? You heard? Слушай, я got told прям. Сидишь теперь в этой футболке, я понял. Блин, медведь. Я видел картинки в интернете. What's up? What do you think of my clothes? И теперь он хочет сказать, как у нее еще и одежда выглядит. Короче, cool. Все, я ее порадовал. Вот это да. Ты ж... Ну, короче, это, изи рубашка, пойдем продадим. А что еще есть? Зеленая лампа, есть зеленая лампа, надо посмотреть. Так, пойдем домой. Просто попроси помощи. Кас, ну я же это... Блин, я ж не знал. Пойдем лампу смотреть. Слушай, вот это беда. Прям я не знал, что можно до такой степени здесь все это драматизировать. Дисплей. Бам, зеленая лампа. Слушай, она реально зеленая тумбочка и лампа. Подожди, ну-ка, это. Стой, вращаем. А, не вращаем. Опа. Слушай, а там в ней еще и класть, наверное, что-то можно. Похоже, что нет. Давай ее сюда вот. Вместо твоей фигни. Давай, конечно. Привет. А, не смог. Все нормально. А это продадим сейчас. Надо набрать мебель новую, чтобы продать за 10 тысяч опять. Там народ скупает постепенно, я смотрю. Так что давай. Что, есть лампа? Тоже кейс. Там, по-моему, штуки 3 всего можно продать. Лампу окна, потому что ночью-то темно. А больше некуда ставить, там Биг Бен надо снимать, и все очень плохо. Биг Бен, бойс. Все в магазин. Пойдем. Биг Бен нельзя снимать? Биг Бен, да, вообще без вариантов. Ты ночью не узнаешь, где Англия, да все. Так, привет, пудель. Так, я пришел ставить мебель. Слушай, а есть лягушка все еще трец? Блин, а здесь всего два слота. Лягушка, давай покупай. А, она уже купила, она радость стоит. Поил. Тайвуд, продаем. Так, что я хочу? Стерео, слышь? О, ничего себе, я граммофон. А, я граммофон у коня-то купил. Ну ладно, в принципе, давай. За сколько? Четыре? Ну, короче, 1500 давай. Цифра — это чтобы добавлять деньги в друзья. Что-то такое. Я прав? Да, это френд-код. Так, вот выставили граммофон. Лягушка стоит и за мной наблюдает, такой вот крипует. Там очень лег. А я здесь выкладываю на продажу сторож кейс. И еще. А вдруг ты украдешься? Motion table.
с тобой так, уже ну, такой. Это можно подороже, наверное. Тысяч за. Так, короче, за 7 тысяч. Стол-то крутой, правильно? Не уверен. Два одинаковых стула теперь продаются. Как-то не очень хорошо получилось. Ладно, давай продадим оставшиеся. Забирай. И рубашку медвежью тоже продаем. Раз она не стала забирать сама. Блин, 700 денег всего. Как-то совсем мало. Я такую аферу провернул. Медведь кинул на рубашку. А деньги не прибавляются. Кёс, ну что теперь делать? Это потому что ты дела злые делаешь. От этого не прибавляются деньги. Мне надо сачок найти. Слушай, я знаю, как решить. Поехали на остров, короче. Там сачок дают даже как раз. Даже денег нет на остров. Не, он 1000 денег стоит. Почему нет? Блин, белка ходит накуренный. Все, все на остров. И сейчас там дадут сачок, можно ловить там бабочек, разбогатеть и выплатить часть ипотеки. Такой план. Привет, капитан. О, вообще-то я его топором чуть не бахнул. God damn it, пусти! Yes, please, поехали. Поехали. Adventure. Сейчас песня будет петь. Ты крутишь песнями. Забанят потом. Ничего себе, капитан. Когда, говорит, я... Когда я был молодым, я хотел всех женщин, чтобы они любили меня, и не только за мой хороший вид. Потом он стал старым. Мне говорит, хорошее лицо и все такое. Но я так же умный. Nice face. I got feelings. Got lost to share. Там драматическая история. Hey, don't rock me boat. Такие у него прям сегодня грустные песни. У него каждый раз, что не песня, то просто забей. У него там, да, то про любовь, про огурцы, ничего. Про огурцы вообще самое хардкорное было. Про любовь, которая бьет по лицу, то что да-да-да. И сейчас тоже там, что женщина там его любит. Кошмар. У него какая-то проблема с этим, по-моему. По-моему, да. Нарисовывать. Такая картина. Так, все, приехали на остров. О, здесь пиратскую шапку продают, буду пират. Эй, продай. За 15 медалей. Блин, это надо туру выполнять. Подожди, это я не то смотрел. Мне надо вот это. Пиратская шапка. Все равно 15 медалей. Фак. Поехали на тур. Так, а как это? Натуралист. Go на тур. Так, куда мы ездили? Мы ездили на... О, здесь новые, здесь все новые, слышь? Ну так, каждый день, наверное, меняется, нет? Scavenger тур. Can you fight everything in time? Поехали, confirm. Confirm, поехали. Яр. Все, я поехал. Опа. Я бы не стал так говорить. Так. Черепах, здорово. Випер-снайпер. They'll be hunting for scavengers. Watchers hyenas. Вот.
О, за мебель охотится, гайс. Буду охотник за мебелью. You'll be hunting down chairs, tables and other furnishings. Again, your list of furnitures that you need to find. Check your pockets for scavenger hunt list. Ничего себе. По списку надо искать, короче, стулья и всякий отстой. Блин, это какой-то симулятор трудовика, ей-богу. Don't even think bringing me something that's not listed. Get ready. А, список-то дай почитать, мужик. Fuck. So much stress опять. Блин, время идет, а я список только читаю. Modern bed, exotic chest и minimalist lamp. Быстрее ищем. Блин, что себе здесь карта? Я уверен, она на зере. Give мебель. What's happening? Слышь. Ну серьезно. Короче, деревьев ничего не падает, похоже. Она просто... Мебель-то на деревьях ищет, ты чё? Я? О, здесь дом чей-то. Нашёл, гайс, мебель. Понятно. Я знаю, где мебель. Так, чё там, экзотик чест? Короче, давай сюда, братан. Я обнёс какой дом целиком и убежал. Тебя ж найдут, который. Тихо. Это тур, я верну. Гайс, короче, у меня стресс, отвались, я ищу. Подожди, а чё в списке-то было? Модерн, чё-то там, экзотик. Фак. Блин, здесь 4 дома, и все надо обнести за это время. У меня 4 минуты осталось. Нет, тебе надо обносить именно что надо, а не все подряд. Я понял, слушай, здесь... Короче, да ладно, давай список. Ты хватаешь все, что ли? Проверяем. О, экзотик чест есть, модерн бед нет и минималистик ламп нет. Вот он, экзотик чест, а это дерьмо... Можно здесь уволить. Экзотик бед. Не лезет экзотик бед. Ладно, короче, где-нибудь еще и выкинем. Так, короче, вот эта кровать может быть та, что нам нужна. Нет, слопи бед. Фак. Гаддэммит. Слопи бед, бойс. Так, короче, здесь нам ничего не надо. Я перенес мебель в дом другому чуваку, пусть на него думает, что это он обнес. Скорее в другой дом, у нас 3 минуты. Ты не просто вор, ты еще и подставляешь. Кас, у меня алиби. Слушай, здесь какая-то бомжовская халупа, здесь дерево, смотри, какая раздолбанная. Раздолбал, дверь горит. Дверь раздолбанная. О, слышь, вот это Modern Bed, наверное, да. Да, Modern Bed. Экзотик Bed. Выкидываем тогда. Так, короче, что осталось? Минималист ламп. Это что такое? Это не ламп. Там колыбельник какой-то, холодильник. Все в машину быстрее, надо налево. Там слева были дома. Бежим, бойс. Фак. Застрял. Там говорят, дом минималистов он здесь. О, здесь может написано? Вакант хаус. Нет, ничего не написано. О, вот лампа. Мне это надо? Забрал какую-то прям супер модерн ламп. Все, гайс, задача выполнена. Пойдем забирать деньги. Слушай, а можно, может здесь натырить можно, то что не влезет? С ним, он говорил специально, что нельзя приносить. Мне кажется, только лимоны можно было тырить тогда в прошлом туре. О, яблоки можно тырить. Подожди, пока не видит никто. 2 минуты еще есть, можно натырить яблоки. Слушай, это классная строта. У меня, по-моему, кстати, нет. Это манго вообще. Кас, ты мне здесь это... Давай не... Не разводим морализм здесь. Надо быстрее минимаксить, потому что 240 тысяч стоит. Минимаксим будет. Блин, сейчас, короче... Поехали. Опа, опа. Так. Так, 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 так. Так, inventory space. Let's go. Деньги сами себя не заработают. Обносим сад. Слушай, если он заберет это дерьмо, все потом будет фейл. Так.
Ну, ты же знаешь, что он заберет. Нет, Касс, он лимон мне позволял выносить. Так что я думаю, с этим такая же схема. Так. Продолжаем Crazy Space. Блин, у нас там таймер. Короче, два стака манго стырил. И надо хотя бы еще на развод, что два стака я продам, а еще три посеять можно. У себя где-нибудь там дома. Все, вроде все хватает. Так, пойдем к деду. Дед, смотри, принес мебель на тырил. Let's see now. You did it, you found all the furniture list. Победа. Сейчас посмотрим. I guess I was wrong. Performance concerned the bronze Tortimer Award and for... Почему bronze? Слышь, я потел так. Наверное, на время надо было. Fuck. Ну ладно, главное, на шапку хватает на пиратскую. Hope you enjoyed using scavenger tour. Tell your fans. Блин, вот это да. Так, ладно. Манго осталось, это самое главное, guys. Согласен, так, надо в ящик его выложить. И потом домой отвезем. И все, теперь можно купить пиратскую шапку, потому что у меня 16 медалек. А, она я в коробку положила. Блин, ну ладно. Точно положила? Смотри, это обманет. Да, положила. Так, ну все, пойдем ловить жуков. Mario Kart будет вечером. Часов в 10, в 11 будем катать. Когда придут все с работы, а то одному скучно. И так втроем, в четвером побахаем. Я вон тубору. Так, ну и забираем вообще все сразу. Топор, слушай, а если от деревьев буду рубить, мне дадут за это профит какой-нибудь? Чем модератор там ищется? Так, ну-ка. Там люди ругаются, короче. Надеваем. Так, можно на кокосах, конечно, зарабатывать. Бам, нечто. Бам, рубанул пальму. Опа. За это... Ну-ка. Так, выкопал. И что дальше? Короче, это ничего не дает, просто это... Просто ты уничтожаешь дерево. Я думаю, там можно продавать что-то из этого. Тогда топор не особо нужен. Получается. Блин, ну ладно, давай тогда кокосы. Сачок-то вышел. А, я понял. Дерево рубишь, и жуки на нем перестают спавниться. Да, сачок я забрал. Никого нет. Я зря так нацелился. О, слышишь, супер золотой жук. Тихо-тихо. Все, гайс, у нас операция. Супер стелс. Там, если быстро подходить, он свалит. Та-дам, 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 та-дам. Та-дам! Та-да-да! Мияма стак. О, это новый, в энциклопедии еще даже нет. Класс. А, спугнул. Фак. Дай бабочку хотя бы. Get over here. Фак. God damn it. Не получается. О, поймал. Как я понимаю, здесь можно кругами ходить, жуки будут спавниться всегда. Главное не бегать. Есть у меня подозрение, что если срубить деревья, то жуки будут спавниться на дереве, которое останется. То есть здесь, короче, можно вообще ультразамен... О! Не пошло. Фак. Я куда делся? Все, рип, пирани. Да, короче, кокос пока подербаем. О, вообще. Гимдет. Все. В прошлый раз я помню, нормально на кокосах-то заработал. То есть кокосовый бизнес — это тема. Плюс у меня теперь весь пляж дома ими засажен. Так что теперь можно прям вообще поставить на конвейер эту фигню.
свинья, ты бы убил за грибной стол? Кас, ну, не знаю. Ты такие вопросы задаешь, что моральный выбор надо делать. Ну, у тебя с моралью как-то сегодня там, не задалось. По-моему, все нормально. Поэтому я и задаю такие вопросы. Кас, никто не был убит, в этой игре вообще нельзя убить. Я ж не виноват, что она не дала мне инструкцию, как закапывать тайм-капсулу, и поэтому я случайно стрелял рубашку. Если бы можно было обратно залепить все это, то я бы залепил. Знаешь, как это, как... Детишки, чем сломают, скотчем так неряшливо залепит, так эти... Типа так и было. Так. Давай. Так, да чё тут, блин, что руками надо стакать, это фейл. Надо выпустить новую версию, где не надо руками стакать. Вроде как косы заканчиваются постепенно. Сейчас будем рыбу ловить. Это самый опасный момент вообще будет во всей игре. Реша. О, там жук. Ну все, так грибаешь. Турин, турин. Два жука. Турин, турин, турин. Тихо, бабочку, иди у нас. Цель пожней. Опа! Та-да-да! Fruit Beetle. Давай еще одного. Это, по-моему, тоже такой же. Та-да-да! Так, ну ладно. Давай рыбу попробуем плавить. Мне кажется, это ненадолго будет затея у нас. Потому что, во-первых, рыбы нет, а во-вторых, с рыбой все сложно здесь. Точнее, у меня с рыбалкой все сложно. А! Все, начинается. Фак. Какая большая. Тихо-тихо. Гайз. Нет, орхер, тихо. Так, раз. Два. Три. Да ладно, я ж прям ровно в ту же секунду. Гайс, все, я так не могу. Это прям. Ты че есть? По-моему, вот этот чувак, он как раз здесь на кокосах только и живет, учитывая, как он себя везет. Что у него как-то с жизнью все вообще хорошо. Короче, я не смог в рыбу. Хотя бы мелкую какую-нибудь надо поймать. Тренируешься, что-то как. И она. Она как-то пересобрала... А, не может, короче, в это... Блин, и она... Все. Слушай, она кругами плавает. Воу. Наверное, дорогая рыба уже такая. Так. И что, и все, и уплыла? Ты что, тупая, что ли? Блин, я не могу эту рыбалку, это просто забей. Смотри, поплавок. Блин, она еще и тупая. Там же легко все, нажимаешь все. Так. О, вроде приспился. Е, поймал! Та-да-да! Че такое? Butterfly fish. Whatever that is. Блин, ее в музей надо. И сразу новый появился. Ну-ка, давай иди сюда. Блин, я опять не смог. Короче, надо большую попробовать поймать. Я не знаю, как получается так, но как только я нажимаю вылавливать, она сразу же срывается. Акула! Гайс, ловим акулу. Так, не спугнуть бы. Смотри, акула. Она сразу плыла. Она сразу же клюнула и сразу же плыла. What the fuck? Блин. У меня опять каст начинается. Сейчас скилла не хватает, наверное. Думаешь, надо прокачать теперь это, идти в Нортланд, ловить 300, да? 300 скилла? God damn it. Блин, такой план был акулу поймать. На удочку. Так, осьминог за кальмара. Ай, кота сквит, ес один. Вот. Подожди, место есть еще? Так, место сейчас мы организуем на свои деньги. Оп.
А, место там в коробку можно отнести, если что? То есть можно даже пособирать еще кокос. Ну-ка, лично. Опа. Подожди, они обновились, что ли? Я же вроде собиралась. Короче, 3 слота на рыбу еще есть. Потом можно относить в коробку. Блин, вот это нервное развлечение с акулы, конечно, учитывая, что срывается она прям сразу. Надо какую-то крутую удочку находить. Слушай, мужик, ты мне, может, нормальную удочку дашь, что у тебя акула здесь вообще не ловится? Нет, погоди, найди какого-нибудь. Мне кажется, надо угадывать, что когда она тюкает, когда клюет, надо заранее нажимать в надежде, что это будет клевок. Но это такой фейл. Это, мне кажется, очень неправильная механика. Так нельзя делать. Ты просто не смог, говоришь, поэтому что она неправильная. Тихо. Я знаю, это вот так. Молчи, Кас. Я путаю. Блин, я это тоже не смог. Ну давай, хотя бы такую. Мне еще попасть, правда? Пинги, ты заметил, что у тебя на голове арбуз? Ты так ходишь? Кас, в этом нет ничего такого. Да? О, морской конек. Сихорс. I fucking love Сихорс. Так, а как? Подожди, стой, братан, куда? Да не так, забирай. Пойдем плавать. Я же в плавательном костюме, все, погнали. Найдем что-нибудь? Так, а это что такое? А, это буйки. За буйки нельзя сплавать. Как-то нет ничего. Что за буйки-то нельзя сразу? Кас, ну там акула водится. О, нашел рыбу какую-то. Рыбу, наверное, нельзя так. А, на это к берегу уже. А, я на сушу вышел. Фу, не могу на суше. Быстрее обратно. Слушай, в прошлый раз здесь все кишило прям, что я бегал, ловил, а здесь нет ничего. О, там что-то пузырится. Ну-ка, пойдем. I see you. Так, а как нырять-то? Я забыл. На Y. Нашел. Поймал, гайс. Опа. Водоросли. Что-то как-то не очень тем. А, медуза, ничего себе. Слушай, если я нырну на нее. Если поймать, что будет. Медуза, а, огребаю. Фак. God damn it. Пинги, у тебя такие вопросы, я даже не знаю. Я в медузу лицом, и все, я страдаю. Щет. А, да что такое-то, гайс? У меня теперь задница чешется. Он плавает, и задница чешется. Батфьорд. Перестань. Да. А, она продолжает за мной гонять. Я так. И заодно поймаю фигню. А, она убегает от меня. Воу, ты чё? Эй, ты фигня. Я сейчас плыву, у меня кончится воздух. Фак. Я наплыла. Иди отсюда, рыба. Я тебя все равно здесь не имею. Надо еще одну фигню найти и пора отсюда сваливать. Слушай, я хочу поймать большую рыбу все-таки хоть раз попробовать. Тебе нужна там крыть удочки, слушай. Да мне кажется тоже. О, слышь. О, нашел. Та-да-да. Какой-то что-то непонятное. Ил. Как это переводится, ил? Это морской червь. Я только что пузырился, во. Ил, не добрый, дай. Камхер. Я ж пропала, what the fuck. А. Ну вот. Так старался. Ладно, все, теперь задача поймать рыбу большую. Найти и уничтожить. Так, где здесь? Это мелкие. Мы на мелочи не размениваемся. Ловим исключительно. О, смотри, какая большая.
Кас-кас-кас! Оу, е! Поймал это, слышишь? Манта Рея. 46 фунтов. А ты хорош. Все. Ладно, пора свалить. Fuck you guys and your trees. Хвети его. Надо зарунить им напоследок остров. А, fuck. Я вандализмом занимаюсь, Кас. Да я уже знаю, тебя заметил сегодня. Плохое настроение, да, вот эти. Все, я пошел. Братан, да, да, забирает, вот. Слышь, свои. Расхитители имущества. Надо топор ему отдать, чтобы на меня не подумали. А, блин, а... Пойдем продавать. Эй, перестань деревья чужие рубить, ты чё делаешь? Кас, ты чё, это не я. Ты чё, я сейчас приеду, мне даже топора не будет. Блин, аккурат будет. Так. Да фига ты там срубил, ты всё. Да они респаунятся потом всё равно, всё нормально. Так, перекладываем добычу. Русо-турист, говорят, ты. Русо-турист, да. Рад, что надпись не оставил, неприлично. Так, ну все, поехали домой. Спасибо за хорошее времяпровождение. Go home. О, сейчас капитан опять песенку споет. Любовь. I'm going back, да, будем сейчас слушать. Слушай, а какую песню интересно? Мне кажется, очень много учитывая, что каждый они... Каждый раз новый. Да. Все, плывем домой. Так, моя жена, говорит, носит духи. Использует. Пахнет розами. Что? Говорит, что путь к сердцу мужчины лежит через его нос, а не через его живот. Mm-hmm. Он Best to dive in. Нюхач. Но он опять он просит любви. So what about me? So what about me? Своими песнями. Oh my god, this guy. So awkward. Yeah, we'll be here. Все, спасибо. Till next time. Было классно. Блин, а топор у меня не дискриминация, все это не я. Там у тебя щепки на топоре остались. Ты улики. Так, надо перекладывать. Так, какой был план? Что. Ладно, давай все, короче. О, шапку можно надеть, это я помню. Там каких-то жуков надо продавать, каких-то в этот нести, в музей. Короче, сложно все. Манго надо посадить, я точно помню. Кокосы продаем. Так, давай шапку менять. Зря, что ли? Мебель врала. Опа, шапка пирата. Врала мебель, будь пират. Все, адмирал Пинги. Не пойдем продавать. Правда, как не очень выглядит арбузная, мне кажется, покруче было. Лоудер. Продаем. GTA опять обогнала по продажам Black Ops в Англии. Ничего себе, вот этот поворот. Она best-selling game in history. В UK history. Confirm. Well done. 10 тысяч! Слышь, ничего себе, манго выращивается. А, это на кокосах я больше. Два стака, слушай, не зря я врал, натырил яблоко. За кокосы все деньги понимают, не слышишь? 21 тысяча теперь. Да, слушай, здесь прям чудеса косплея. Сначала Тайдхантер, потом Кунка. Так, ну и надо дальше, подожди, надо в музей отнести вот это весь отстой. Пойдем в музей.
И можно денег закинуть сразу чуваку. Ну-ка, пойдем посмотрим, что он здесь живет на вокзале. Вот этот придурок. Ты брат на острове, похоже. Good afternoon. 234 тысячи. Ничего себе, мне скидку что ли сделали? 240 был вроде. Cooperation. Давай 20 штук мы закинем. Или 14 даже. 14 давай. Confirm. Все. Сдонатил. И в музей. Сколько у тебя ММР в этой игре, спрашиваешь? Здесь посмотреть можно. Сейчас, пока... подожди, где паспорт? А здесь не пока, подожди, здесь надо это... Наверное, ММР это рейтинг города, рейтинг таун, рейтинг хауса. Как-то я не знаю, где смотреть даже. Там, по-моему, когда онлайн ищешь, должно показываться. О, кстати, можно новую фотку сделать, пойдем. А то у меня старая с фингалом. По матчмейкингам, по рейтингу города. Наверное, да. Все, фотографируемся. Опа. Все. Новая фотокарточка имеется. Так. Сова опять спит. Арканы есть, да, здесь есть супер рарная мебель, за которой охотятся. Я, короче, я открыл почитать Reddit по этой игре, и там такие чуваки, что я надеюсь, меня это не постигнет. Смуть, по-моему, постигла уже, у нее там жена. О, слушай, а у меня все... Подожди, энциклопедик. А, АСС, фосил. Охо-хо! Upon examination, Styraku School. Так, давай сдонатим. Господа, благотворительность, то есть нарунил деревьев, там наломал все, это никто ничего не знает, если ты благотворительностью занимаешься, то все нормально. Слушай, а череп ему не нужен, череп это двойной. Сейчас заработаем на нем. Там рар на аркану, здесь продается где-то корона за миллион бабок. И... Чуваки, которые это покупают, я не знаю, как у них жизни. Да, здесь есть мультиплеер, здесь можно в гости друг к другу есть, там яблоками, яблоки воровать. Вот это все. Так, а где? Куда? Надо продать. Пойдем в супермаркет. Енот. Или как-то. Енот, забирай. How can I help you? I want to sell. Так, жука и... Чё-то как-то мало я продаю. Слушай, это шапка. А, это шапка арбуз, её нельзя продавать. Ни в коем случае. Чё, 2000 всё. Как-то маловато. Да, там же можно просто город открыть для всех. Да, ну я так понимаю, это, ну, типа, так и происходит. А, ну для всех, для рандомов нет. То есть только для друзей, кто в списке друзей. Блин, а у меня сачка все еще нет. Надо ждать, когда здесь обновится у него сачок. А, я знаю, можно здесь его, наверное, купить в этот. Эй, диспенсер. Шоппинг-каталог, ну-ка. Что это такое? Да это не симулятор клептомана, это просто пинги такой. Господа, ну пожалуйста, успокойтесь. Стыдно очень. Я ж не виноват, что так все получилось у нас. Так, это... Мотки? Что такое? А, это бумага для писем. А почему инструментов-то нет? What the fuck? И здесь ничего нет. Что это такое-то? Как сачок? Блин, я... I'm done. Короче, нет в каталоге сачка. Иначе, по-моему, был в инструментах. А ты клуб строишь, чтобы комментировать лол? Я так понял, да? В этом был и план, кажется, что клуб зовешь всех, давай им комментировать.
Так, ну чего? Цветы полили. Камни побили. Урожай не стали себе... О, здесь еще не полит цветок, what the fuck. За дом ты не заметишь. За магазином тем более. Здесь вроде нормально. О, рыба, ничего себе, прям в это. Я не знал, что здесь она водится вообще. Ну, давай. Ботинок, слышь, я поймал ботинок. А where is your mate? Его носить можно ли это? Или это мусор? Вот. Ботинок можно. Сделал сборку твоих эпичных фраз. Сделали видео прям. Кошмар. Нарезку, потом тебе дадут. Ботинок это, наверное, продавать надо. Мне кажется, это... Так, а здесь... Здесь у меня перфектный перфектные апельсины выросли. Блин, кузнечика даже не поймать. Короче, надо слим быстрее, чтобы собрать урожай. Надо разобраться со всем этим. С урожаем... На острове не все забрал, кузнечик. А, да, но, блин, я хожу-хожу и забыл. Блин, белка крутая в смысле была, конечно. Почему? Не знаю, просто выглядит смешно. Ну так это смотри. У меня там все выглядит смешно. Так, let's go. Чуть не забыл, в корзине здесь миллион денег лежит. Так, а что есть? О, три... А, его сажать надо. Сейчас будем сажать манго, значит. А эту фигню в музей надо. Блин, зря в музей раньше времени пошел, значит. Пойдем сажать. Где лопата моя? Так, и где будем сажать манго? Где мы здесь? Короче, здесь. Опа. Закопать одно. Опа. Так. Надо недалеко их все делать, чтобы сразу себе собрать три. Все, посадил манго. У меня теперь только один вид, только одного вида фруктов, по-моему, нет. А это пойдем в музей продавать. Какого нет? Че? Какого фрукта нет? Я не помню. Помню только, что мне смути перечислял и что-то там не хватало. Арбузы нельзя выращивать? Арбузы, по-моему, нет. Lord of the Fallen, кстати, не прошел. Можно как-нибудь запустить да пройти, но как-то у меня уже интерес пропал, что там осталось всего ничего, и остались там какие-то пара боссов эти. И как-то пропал совсем интерес. Странная игра такая, конечно. Что вроде интересно, а вроде можно и не играть. Так. Баги. Донейшн. Да, чат я читаю. Чат у меня, собственно, и на экран выводится, и везде, и подсвечивается, когда красненьким пишет. Разве что не бибикать. Сдонатил Рэбкас. Хорошо. Все, пойдем отсюда. Дота не будет играть. Дота никогда. Не будет больше никогда, я теперь комментирую Лигу Легенд. Вейвор покушал. Тоже хорошая новость. А вон ты сел. Все, остатки рыбы продаем. Че, сихорс, бабочка.
Слушай, а ботинок почему нельзя продать? Что с ботинком делать? Наверное, надо пузлю относить. У него же там ресайклинг шоп. 3000. Значит, я не там продавать пошел. Ну вот. От магазина к магазину мечусь. Как поиграть в эту игру? Купить консоль Nintendo 3DS. 3DS Excel. А игру купить тоже. И игру купить, да. Одним словом, затраты огромнейшие. Что 10 тысяч стоит. Стримок можно не покупать. Нормально. Пойдем в магазин в ресайклинг и продаем ботинок. О, корова квест дает. О, я ей лопатой топил по пузу. Чет. Она радуется. Она супер садная, батай. Слышь, она говорит, от меня корову свалит, гайс. Ну все, теперь. Она пойдет к смусе. Я бы тоже от тебя свалил, просто такой. I mean, how can a cute girl like me stay cooped up in one place for too long, ага? Wait, don't go! Там же слухи про нее были какие-то, что она... Because that much about me staying, bro? I had no idea. Короче, корову оставляем, корова нормальная. А, клубная корова, я помню, ходил к ней. That's the nicest thing. I guess I just can't move away now. Корова, ты, короче, давай, суицидальные свои мысли завязывай. Надо еще с ней поговорить. What's new? Да, я прям это, слушай, прокнул тем-то. You're like, totally green thumb. I'm a center of attention. Ты че такая задержка? Увы. Блять. Так. Ботинок. Забирай пудель ботинок. Так, а где есть? Принес ботинок. Подожди, я должен заплатить, чтобы... О май гад. Garbage disposal fee. Кас. За ботинок. Блин, и нафиг я... Короче, теперь знаем, что в озеро ловить нельзя. Фак. Ну вот. Я копил-копил деньги, меня разоряет ботинками. Вот все проблемы. Какой-то мимо меня смотрит на меня. По-моему, реально портыш. Ладно, все, на этом можно заканчивать, я думаю. Че, у меня есть шапку, надо отнести домой. Но потом оставить. Я, кстати, так подозреваю, что с 1 декабря здесь зима начнется. Что надо, наверное, будет, да, ходить снежинки всякие ловить. Так, пришли домой. Лампу надо выключить, то днем-то че она. Бардак такой. Телевизор. Поиграли на гитаре, короче, прячем шапку и спать ложимся. Так, где есть? Место есть. Все, спрятали. На следующий день надо будет купить сачок обратно. И сделать все как надо. Оп, сел на стул. Оп, лег на кровать. Ладно, все, давайте на этом заканчивать. Как-то я включил, побегал, все сделал, и больше делать здесь особо нечего. Конечно, можно придумать себе развлечение, но это на следующий раз. Эй, подожди, надо сохранить. Фак. Вернись. Save and quit. Так, спасаемся. Спасение завершено. Че это неуютно? Слушай, у меня даже гоночный трек есть. И гитара. Что может быть уютнее гитары? Гитара самая уютная вещь. Да. Что может бывать? Все, спасибо, друзья. Опять 100 человек смотрели, как я был аутистом. Смешно. В следующий раз. Что-нибудь еще будем делать интересное. Мост достроили, главное, что мост теперь есть. Теперь надо 240 тысяч, и будем гриндить потом. На следующий раз будет у нас прям фаза, когда будем запотевать, ловить жуков, там вот это все. Сачок надо будет найти и на острове, там, минмаксить, мне кажется, можно. Мне кажется, там можно срубать деревья, короче, чтобы спавнили жуки только там, где тебе надо. И ходить между ними просто собирать. Такие дела. Все, до свидания. Пока.